Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Некрос, добро пожаловать в Mortal Kombat X. И мы играем онлайн, конечно же, ну давайте, например, за Джейсона поиграем. Так, против Кунг Лао будем играть, сейчас арену выберем какую-нибудь. И поехали. Итак, так, судя по шапке, это Кунг Лао с шапкой-пилой. Ну, а Джейсона я выбрал в стиле беспощадный, чтобы в ближнем бою пользоваться командными бросками. И чтобы увеличивать урон, когда мало здоровья. Так, опасно, пойди. Там, походу, должен был быть апперкот, да? Так, прессим броско. Что будет? Кулаки будут, да? О, интересно, как он сделал. Ладно. Давайте тогда вот так. Опа. Удивим его телепортом. Хотя, по сути, я себя телепортом в угол загнал. Это лишнее. Так. А я уже хотел в него банку кинуть, но он из игры вышел. Чистая победа. Так, продолжим игру уже с другим противником. Давайте тут, наверное, Шинока выберу. А то мне эта Девора кажется довольно неслабой. Мало ли что от нее ожидать можно. Ну ладно. Посмотрим, что умеет. Персонаж-то довольно-таки... Оу, тихо. Так, пока нормально. Сейчас мы хватаем. Ага. Хватаем. Ага. Пытаюсь броню дать, пока не могу. Не-а. Ну, опасно, смотри. Что? Ты что творишь? Чё сразу X-Ray-то? Ё-моё. На тебе плечо. А музыка чё? Чё с музыкой? Музыка забаговалась. Ну, сам прибежал к этой. Угу, открылось. Замечательно. Замечательно, хватаем. Броски кушает. Значит, делаем. Да. Ты посмотри. Сам вбежал опять. Не понял. О! А это наказывается, типа, жалом? Серьезно? Становится опасно. Ах ты. Ух ты. Что творит?
Ну не. Ну я так не играю. Надо все-таки постараться обыграть ее. Но это было довольно ровно, да? Продолжим. Так. Ух ты. Оу. Тихо. Что творит? А как быстро? Наказал зажало. Еле-еле, какая, смотри, противная. Ну какая противная. Какая противная Диора, а? На. Ах ты. А, я там низ, там низ. Хватаем. И я сейчас в другое, брошу. В другую этот. В другую сторону. О, да ладно. Неплохо. Такая, как паук. Да, такая. Диора-то. Вредная, вредная попалась. Пока бросок. Ну, идеально же, но. Немножко отошел, отошел. О, оверхед у нее же. Тут вообще миксапов, я смотрю, много. У персонажей. Иди сюда. Тут я, наверное, можно было и нормально наказать. Ой. Все. А, вы видели, я вторым ударом-то не попадаю по ней почему-то. Тихо, 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 тихо. Громко очень. О, ты посмотри. У. Там оверхед. Ну что ж я делаю? Ой, опасно как. Перестань. А хорош. Чё за агрессия пошла от нее? О, он еще что-то там это. Ты смотри, а.
Ну, Вархадом решила меня надурить, да? Ах ты. Нет? Оп-оп-оп. Ага, лопнул. Обманул. Она думала, что типа все, вулканчики закончились, а один вулканчик треснул. Да, довольно интересный противник попался. О! О, вот это интересно было. И никак, смотрю, как она просит-то жестко, да? Что это такое было? Да. О, Warhead. Очень вовремя, да? На нее не напрыгнуть никак. Что-то нажало. Она знает, что там дыра. В другую сторону брошу. Давай, сделай это. Я думал, она все-таки это... Сделает броню, я не угадал. Я не угадал немножко. Чуть-чуть не угадал. Итак, следующий противник. Тремор. Ну это жесткий. Тремор это... А, это еще и кристаллический тремор. То есть он максимально жестко хочет играть, да? Я понял. Ладно, сыграем Куаном. Чернокнижником против Тремора Кристаллического. По-моему, это тот персонаж в МКХ, если не ошибаюсь, который кристаллический. Ладно. Так, поехали. Угадайки. Ой, не так. Ну ладно. Раз. Еще раз. Угадайка заново пошла. Теперь сделаем бросок. Зонинг. А, теперь он начинает просить. А-а-а! Слушай, и что делать? Опасно. Опасно, капец. Не надо, он сейчас в угол меня. На тебе бросочек. Не, он решил это, кристаллическое колесо кинуть. Тихо. Ах ты, посмотри.
Уть! Так. Ух. Ну тяжко, тяжко с ним, конечно. Капец, тяжко. Так. Продолжим. А, это наказывается, кстати. Что он сделал? Ты чё? Сколько я буду эту броню делать? А? Сюда. О, куда ты? Это слишком медленный удар, чтобы так его использовать. Повезло мне в этом плане, что он так решил сделать. Опа! А чё меня так вот оглушило-то надолго? А из-за этой брони, видишь, ничего не сделать ему. То есть он, по сути, ну, ничего не даст сделать. Видишь? Поэтому его считают одним из сильнейших персонажей. Он с этой броней может вообще из угла не выпустить. Чего? Офигеть. Приходится вот так вот прям. Ой, на. Еле-еле. Ну вы видите, как он прессит? Это же вообще ужас. Это же вообще жесть. Так вот, такое комбо необычное. Чего? А, это наказывается, кстати. So predictable. То есть, такой предсказуемый. В переводе. Ногу ему, ногу. Сейчас, сейчас брейкер будет. Он броню хочет включить. Ой, ну тут сейчас начнется. Вот и угадывай, как хочешь. А я же мог выпрыгнуть, да, сейчас? О, я вышел. Я вышел из угла. Что? Еще раз. Бруталку. Ну, как видите, играть мне с ним нелегко. Он как только начинает меня в углу зажимать, все. А у Квана просто, видите, слабость к прессингу. У него броня-то слабая очень. Что? Он какие вещи делает? Нифига себе.
не попал, ага. Нет? О, нет, я в углу. Это плохо. Все, уничтожение пошло. Ничего, еле-еле наказал. Что? Он опять этот за камень взялся. И это вторая удача. Второй такой момент. Даже не думай. Ой. Да ну, просто вот так взял. Нельзя позволять ему в угол. Но он низ не блокирует, я заметил, он сюда его пропускает. Это хорошо. А вот так. Нет! Не вздумай. Где моя броня? Я же нажимал. Он сейчас меня убьет. Но это бруталка. Вообще ему нельзя позволять прессить. Вообще нельзя. Это очень брутальный персонаж. Просто невероятно. О, нет. О, нет. В какой-то момент он перестанет это пропускать, мне кажется. О, началось. Это хорошо, он постоянно ноги пропускает. Зря, я зря нажал, это все. О! Мне вот интересно, получится? Да, получилось. Это его добьет. Нет! Ну, нога, ладно, еще. Видели, он замахнулся, он хотел колесо. О, что это за лагания такие? Увидел. Это вроде наказывается. Не-не-не. Ну это ж Куан, ты чё? Тут не увидел. О, фига. Эта броня сработала. Ну да, как я к нему... Как я его броском кину, если у него броня? Фига, как быстро! Ух! Еще бросок. Еще. Ой. Что он это законфермил? Я в углу. Ребята, я в углу. Это бруталка, да? Да, это бруталка. Допрессил меня все-таки он. Все-таки допрессил. Это жестко, очень жестко. Тут, наверное, тут Шинок бы больше подошел, потому что...
А он, кстати, начинает одинаково, я заметил. Это можно предсказывать. Его... Что? Стой, там плюс. Стой. Нога не успевает за ним. И в угол меня, ты посмотри. О! Что, я в углу? Да ладно, да он добьет. Прикинь, как он выкрутился. Это было очень жестко. Так, теперь ты в углу. Что? Что я нажал? Ну я сам дал ему в угол. В угол меня. А все, уже по таймингу он нажимает, уже, видишь, не вылезти. Ну ладно. Что? А я же мог ему полное комбо сделать. Нет! Не долетело. А даже если бы долетело, мне кажется, здоровье бы осталось. Но сейчас на меня побежит. Надо делать гипноз. Ну, по-другому сделал, смотри. О! Не попал. Ага. Я в углу, я в углу. Ой, у него... У него вот эти вот комбинации, они в угол отправляют моментально, прям с конца экрана. Оу, теперь в другой угол сейчас полечу, да? Оу, оу, оу. Не-не-не-не-не-не-не. Тихо! Отстанет меня. Еще. Еще. Да. Действительно, еще. Не надо. Это плохо. Ух ты, видали, что я сделал? Ну, я рискнул. Я думал, он оверхед не заблочит. Но он его заблочил. Я думал, он оверхед не заблочит, но он его заблочил. Надо было сделать более сейфово, да? А ноги он постоянно, кстати, пропускает, заметили? Ой, нога! Что? Ты чё? Так, начинает понимать, да? Долетел до угла, да? Так... Еще разочек. Теперь в угол. О, о, у него здоровья не хватило, замечательно. Round,
Даже не думай. Угу. О, что? Почему я его не схватил? Куда этот? Куда клинок ушел? И где мое здоровье? Куда оно подевалось? И что это вообще было такое? Не трогать. Ну, я сам подойду тогда. Оу. Вот и гадай, как он ударит, да? Хотя про Куана можно сказать точно так же. Просто сплошные... Сплошные у него миксапы, да? Ну, тут МКХ в принципе такая игра. Вот опять, смотри. Где? Почему меч так далеко улетел? А, у него еще броня. У него еще и броня. Что? Выпустил я его из угла, очень зря. О, это брутал. Ох ты, вот так вот, ты посмотри, как он сделал. Нифига. Жестко сделал, да? Это он специально отменил бросок, чтобы засчиталась такая бруталка. Первый удар за мной? Ха-ха-ха. Ай-яй-яй. Фу. Тихо. Я бросок сделаю, потому что он это... Я не буду бить в воздухе. Я просто так сделаю еще раз и все. И выиграю раунд. Он сейчас может сделать earthquake. Ага, броня. Чего? Не надо. О, опять. Ну, я понял. То есть, когда он меня в угол двигает, я по нему мечом попасть не могу. Вот так. Опа. Ворхедом попал. Нормально. Борском я точно попадаю. Ой, он это конфермит. Чего? Ладно. Поменяемся местами. Ну это все. Нет, не все. Я не буду бить. На, и последний. На. А, нога и не нужна была. Нога тут не нужна была, он так и так проиграл. Да, ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И хорошего вам дня. Всем пока.